Главный врач Избербашской центральной больницы стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, главврач в нарушении закона о контрактной системе без объявления торгов и аукционов в 2015-2017 заключил договоры аренды транспортного средства без экипажа с местной жительницей и установил арендную плату 35 тысяч рублей в месяц. По мнению следователей, незаконные действия причинили ущерб Избербашской больнице в размере, превышающем 800 тысяч рублей.